Здравствуйте! В эфире программа «Молодежный проспект» и я ее ведущая Марина Мисостишкова. «28 марта 1957 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о возвращении балкарского народа на историческую родину после 13 лет выселения. Балкария, ты словно бы орлица свела гнездо почти что в облака, вершина на вершину громоздится, а не как горцы в белых башлыках. День возрождения балкарского народа – молодой праздник, его отмечают с 1994 года. Народ, вернувшись на родину, сегодня живет и творит свою историю, новейшую историю. В городе ведется большая работа по патриотическому воспитанию, воспитанию на традициях и обычаях народов КБР. Сегодня у нас литературно-музыкальная композиция, посвященная возвращению балкарцев на свою историческую родину. В мероприятии принимают участие учащиеся нашей 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов лицея для одаренных детей. Кроме этого, у нас есть творческое это объединение, которое работает в районе. Они тоже здесь вот представлены, их работы. Здесь у нас задействованы и наши творческие коллективы, и наши жемчужинки Солнечного. Общими усилиями делается это большое мероприятие. Конечно, понимаете, говорят так, что нет маленьких народов. Величие народа определяется не его количеством, а его качеством. А я думаю, что балкарский народ очень дал много людей, великих людей. Кайсын Шуваевича Кулиева, которого я обожаю, люблю, и очень много представителей. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют и бабушки наших детей, которые тоже поделятся своими воспоминаниями. Здесь, понимаете, вот как бы мы хотим, чтобы наши дети помнили, что наши народы видели немножко плохого, а сейчас все хорошее. И мы это свое мероприятие посвящаем этому замечательному празднику, Дню возрождения балкарского народа. Thank you.
человеческая память от наших дедов к нашим детям из поколения в поколение произрастает ростком великой правды. Несите ее и с трепетом себе храните. Я стар, и мне не вернуться, а вы вернетесь, верьте мне, берегите веру в душе, чтобы было с чем возвращаться и для чего возвращаться. Не таите злобу, нет в ней смысла. Оставляю вам завещание, спасение в единении и надежде. Мы приветствуем всех, кто пришел на литературно-музыкальный вечер испить из отчего колодца, посвященного 60-летию возвращения болгарского народа на историческую родину. Уважаемые старшие, мы преклоняемся перед вами за то, что вы сохранили наши традиции, культуру и историю в эти страшные годы изгнания из родных мест в Среднюю Азию и Казахстан. Эмблема вечного единства Болгарии и Кабарды. Салам алейкум, туған елім, бесігіме тебіреткен қартлар. Салам алейкум, туған жерім, жамалада айтылған атлар.
Атсама алалмай, тұрам мұғыштан қартыладан. Безіне адамы әткен алалда, аны білген тауда харада. Қадары ұзақ жүрі есе, ашыға мұнар қарылызға. Которая продолжается вот сегодняшним праздником.
конечно же, сказать «забудьте все» нельзя. Я этого никому не советую говорить, никому не советую забывать, потому что я был выслан 5-летним, не помню, 5 лет. Как нас поручили в Барселону, товарные вагоны, это вот у меня перед глазами стоит, эта картина. Но должен сказать, что мы ходили в школу со всеми наравне, учили и даже, будучи бесправным, мы учили Конституцию СССР, отвечали, получали оценки, что все народы равны. Вот здесь мальчики читали стихи Кязима Мечиева. Вы знаете, он был талдыбурганского из Казахстана, но мы в Казахстане, в Киргизии жили, а некоторые семьи, в том числе и кабардцы тоже, между прочим, во время расплачивания были выселены в 1935 году в Чимкент. Это то Казахстан, то Узбекистан, такой город, на самом юге. И все мы чувствовали тогда виноватыми себя. Даже я. Мой отец погиб на фронте в 35-летнем возрасте. Моя мать высылалась 4 дня. Нас было 4. Моя мать за 2 месяца похоронила 6 человек родственников. Сама там еще не была. Но вот Кязим, слова Кязима не обозлятся. Работать, трудиться, он призывал нас и обнадеживал. Я и роман написал по этому поводу, и пьеса моя прошла, кто видел, я не знаю, «Раненый камень» называется. Это о Кайсене Кулиеве, сейчас она была в Чечне, теперь в Дагестан собирается не ехать. Так вот, работайте, трудитесь. Мы настолько хорошо работали, настолько хорошо трудились, что получали одну медаль, только героев не давали. Героев Советского труда не давали, как и на фронте. Представленные названия героя тоже не давали балкарцам. И когда стало известно, что нас освобождают, разрешают возвращаться на родину, в 1956 году, то, с чего я начал, активные участники гражданской войны, участники Великой Отечественной, очень заслуженные люди, они могли возвращаться, и это было специальное постановление такое. А когда комендантский режим послабел, и мама моя сказала, давай 10-й закончим, ранее потом все равно там будем туда возвращаться. Остальное, в 1956 году я оказался здесь. Когда вышло постановление уже о возвращении, то собрали Центральный комитет Компартии Киргизии совещание наиболее таких видных людей из болгарцев, попросили поехать в место компактного проживания, чтобы не надо подниматься второй раз, не надо испытывать судьбу. Останьтесь, мы уже привыкли к вам. Вы язык наш хорошо знаете, ваши дети лучше учатся, чем наши. Любая область на ваш, какую область на хотите, мы дали вам государство. Если бы что-то такое было. И вот Кайсина, стихотворение прочитали здесь последнее особенно. Это факт. Кайсин поломал, великолепно поломал это собрание. Вот. И это я особо хочу подчеркнуть, что Кайсину всего было тогда 39 лет. Вот такие были у нас люди, такие есть, поэтому мы и выжили. Я вот хочу стихотворение одно прочитать вам, связанное с этим, то, что мы все-таки воспринимали праздник тоже как праздник. Чачара, ваш петербург, герой мой, туман, расы жапты ағашына, ол күн өксізді күйе ашудан мен
үчүн да жаным кайгыга жипиге баткан кебек канга кайрылма айланага тынчыкка кобуз табыш келди кулагыма сокчу кобузуну кобузуну сок сос тумаолуш күйбанды көктө жашын кыртып сак белди өлүп кетти күбүм кишини шыкмагандык болуп аяк дүйнөдө бизге айтады алуу бийик малкар
Ұлт-үйірмен тұғайын, Құншықызға үйге болсылара, Анам ұлы байлы жоқты оңырға. Кайсен Кулиев шел нелегким путем. По обочинам его дороги были и колючки. Его поэзия шла, его поэзия идет. Слышите? Играют Шопена. Видите? Женщина купается в реке. Когда-то Кулиев написал о себе строки. Я прахом и пеплом не стал. Я пламенем был и остался. Поезд подходил к Нальчику. Перед нашими глазами возникли Балкарские горы. Я вновь ощутил мощь Кавказского хребта. Говорю пятилетнему Ильдару, смотри снова, Балкария в облаках. Земля родная наша, земля отцов, земля пред. Каким бы малым ни был мой народ, каким бы малым ни был мой народ, он все равно меня переживет. И будет жив мой край, гнездо в котором и белый голубь вьет, и черный ворон. Я верую, что будет жить, как жил мой малый род, чье мужество бывало и мужество и силу возвращало мне, потерявшему остаток сил. И что с тобой, народ мой, не случится, я знаю, будет жив язык родной, в звучании которого продлится моя судьба и век недлинный мой. С тобою, мой народ, должник твой вечный, ни дня я в жизни не был одинок, и сотворил за век свой быстротечный, хоть и немногое, но все, что мог. Жизнь человека только миг. В безбрежном времени Вселенной. И только в памяти живых она становится нетленной. Моя бабушка 6-летней девочкой была депортирована вместе со своим народом в Среднюю Азию. И вспоминала, что взрослые рассказывали друг другу сны. Во сне они жили у себя на родине, пили воду из старинного родника, любовались родными горами, зажигали огонь в сад. А утром говорили друг другу, что обязательно вернутся на родину, возродят свою культуру, свой язык, свои обычаи и традиции. И только после 16 лет пребывания на чужбине моя бабушка возвратилась на родину. Это стихотворение Кайсена Кулиева я хочу посвятить им, женщинам, которые пережили это горе. Женщина купается в реке. Женщина купается в реке. Солнце замирает вдалеке, нежно положив на плечи ей руки золотых своих лучей. Рядом с ней, касаясь головы, мокнет тень береговой листвы. Затихают травы на лугу, камни мокрые на берегу. Плещется купальщица в воде. Нету зла, и смерти нет нигде. В мире нет ни вьюги, ни зимы, нет тюрьмы на свете, нет сумы. Воин ни на одном материке, женщина купается в реке. Джамиля у нас учится в 9 классе в лицее для одаренных детей. Вот сюда, дорогие друзья, я хочу вам представить вот эту замечательную композицию. Макет балкарского аула, который Джамиля приготовила собственными руками. Спасибо тебе большое. Сегодня у нас в гостях Османова Тегимаса Хадиновна. Спасибо вам, что вы собрались. Я через меня это все видели, перешла, слава Аллаху, что мы вернулись, что мы видели, что вам видеть теперь такой прекрасной жизни, чтобы вам цвести, чтобы цвели всегда с учебой, которые с вами занимаются, благодаря им, только заниматься с ними. Очень рада, что все не подарили. То, что я видела, это никому не видит. Пусть Аллах никому не подарит. Спасибо этому народу, что это вот это создали прекрасное место, чтобы людей постарались
спасибо вам, кто это? Регина Владимировна, расскажите, пожалуйста, как вас встретили в 57 году, когда вы вернулись из Средней Азии? Очень хорошо встретили. Спасибо Майбахову, он помогал балкарцам. Спасибо большое, Регина Скадиновна. Спасибо. Намыс сабол жерде. Таз болмас әді, намыс түре. Қарқарымыз сабол әлі, жашатылған өлімізге. Қарқарымыз бетіміз бізді, он жағады жылымыз алан. Қартсыз сегеді жыл жеребізді, қартсыз талады түйір талы. С тех пор прошло много лет. Выросли новые поколения уже в родной Кабардино-Балкарии. Мы новое поколение должны быть верны заветам наших старших. Они являются истоком нашей чести, совести, достоинства. 28 марта мы ежегодно отмечаем День возрождения балкарского народа. Сегодня на ум приходят слова великого философа, мудреца Кезима. Пока нам хватит силы быть людьми, мы на земле останемся народом. Пророческие слова Кезима сбылись, дорогие друзья. Сегодня мы поем, читаем стихи. Вихрем носится в пляске ансамбль «Балкария». Это дух народа празднует свое возрождение. Жив балкарский язык, жив народ его носитель. Бессмертна балкарская поэзия. Мы народ были, есть и будем. Никто на свете вечным стать не может. Ты только жизнь. Ты вечной быть должна. Земля землей пусть будет. Небо небо. И счастье жизнь живущих на земле.
словами Кайсанагулиева. Жизнь идет, земля цветет, существуют в мире сущие. А сегодня жизнь великолепна. Безусловно, надо помнить историю. Безусловно, люди, которые не помнят своего прошлого, не имеют будущего. Конечно, наш балкарский народ пережил очень многое. Но сегодня балкарский народ процветает вместе с другими народами. И России, и в том числе и Кабардино-Балкарии, нам сегодня предоставлена возможность иметь все, что имеют другие народы. Поэтому, мои дорогие лицеисты, огромное спасибо, кстати, хочу сказать тем, кто организовал этот праздник. Грамотно, красиво, сценарий прекрасный, оформление хорошее. Я хочу пожелать вам, ребята, в нашем солнечном городе, чтобы вы знали историю всех народов. Вы те, кто должен знать все и вырасти такими людьми, чтобы не совершать ошибки исторические, от которых страдают народы. В мире существует две нации – хорошие люди и плохие люди. Я хочу, чтобы вы выросли хорошими людьми. Спасибо всем, кто сегодня был. Счастья, здоровья, успехов всем народам, всем людям, которые здесь, на нашей земле, живут. Большое вам спасибо за то, что вы приехали к нам, за то, что вы помните и считаете, и знаете, что самое главное в жизни – это дети. Что вы приехали к ним рассказать, как тяжело это все было, но тем не менее вы живы, здоровы, долгих лет вам жизни. Всего самого доброго.
Камень то зелен, то ал, ты по ущелью бушуя бежал. Песни, пропахшие горечью гор, я не могу позабыть до сих пор. Ах, мой Чегем, ах, мой Чегем. Ты не вниз по теснине бежал, ты через сердце мое протекал. Был я травой на твоем берегу, был валуном на прибрежном лугу. Ах, мой Чегем, ах, мой Чегем. Yeah.
жизнь без тебя коротал, я и за жизнь эту жизнь не считал. Что бы ни стало со мной, ты впредь будешь все так же бушуя звенеть. Ах, мой Чегем, ах, мой Чегем. Чегем, ах, мой Чегем, ах, мой Чегем. Вошли.
Sen kökte jetebik, sen bu aktavlanı içinde. Miyala gibi jıltıray, tanga buzların üstünde. Sen jıldızlağa can aşa, kalganla senden alaşa. Biye ben arı ucar aşa, halay seyirse tamaşa. Jin alga sana tan ata, jin arta senden gün bata. Sen kiyiz dörtlü ağarta, eteğin jaşıl pata pap. Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda. Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda. Senden sonra kaysı tavdu ayrılık kıla aytılgan. Başına bayrak dağılgan, beline güret tartılgan. Senden sonra kaysı tavdu ayrılık kıla bay bolgan. Başı kış bolup, beli caz bolup, eteklerinde jay bolgan. Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda. Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda. Düşünge bardı ah tonum, sen kışta jayda giyesi. Gün bozulurga debresi, boran eterge süyesi. Güdarı çuvak dursa da toktamaydı boranın. Kışta jayda erimeyle üstündegi buzların. Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda. Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda. Kış aylanı kılıçısa, jay aylanı salkını. Cumhurşaklık etmesin, ilçetirikse halkını. Kesinbe gitmey çıkkanga, başkası bulmay terk avza. Sav dünyanı başında, tek delgili bir tavza. Başına çıkadılar, gökyüzüdüler cigitli. Maskıdadan kursa bayla, gelip seyrine karayla. Aynap çıkan kara suların, avruğalığa yarayla. Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda. Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda. Эльбрус красавец, смотри сквозь тучи, белой папахе в синеву. Этой вершиной снежной могучей налюбоваться не могу. О, райда, о, райда, райда, о, райда, райда, о, райда. О, райда, о, райда, райда, о, райда, райда, о, райда. О, райда, о, райда, райда, о, райда, райда, о, райда. О, райда, о, райда, райда, о, райда, райда, о, райда. На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. Встретимся, как всегда, на канале Нотр Нальчик.